Вопрос из ВК от Екатерины Беловой. Кто чистит дорогу в поселке Югор, прилегающую к детскому саду от центральной дороги? Чистит УТАС «Спецавтодор». Это улица, она, да, совхозная, мы едем, республиканская дорога, и через светофор направо, это наша муниципальная дорога, должен ее чистить, и чистит «Спецавтодор». Тут непонятно по вопросу, чистят ее или нет, но... Если что, обращаться спецавтодор. Куда? Везде есть номера телефона спецавтодора. Если где-то там непочищенные, еще повторяю, когда и большой и снегопад, и все остальное, не везде одновременно все успевает. Но если там день-два прошло, ее не чистят, обязательно надо сигнализировать. Мы разберемся, почему не чистят эту дорогу.